Всем привет! 17 марта. Мы на канале «Породные куры» в Оренбурге. Меня зовут Вадим. Вот. Весна пришла. Появились открытые пятачки земли от снега. Курочки стали выходить, вот, шевыряться, что-то ищут там. Соскучились по земле, вот. До обеда гуляли одни, сейчас вот вечером выпустил вот младшую семью пушкинских. Вот копошатся там. Потеплело. Ночью еще заморозки, днем вот прям очень-очень тепло, тает. Тает. Вот грязь везде уже. Такие вот дела. Скоро вообще весь двор откроется. Птица будет гулять. Пока вот в вольерах снег еще сейчас шевырял. Вот. Вот, не дождется птица, когда уже станет тепло. Младшая семья пушкинских, вот среди пушкинских, она сейчас в лидерах по яйценоскости. Вот по сегодняшнему дню. Они всех обскакали. Вот молодцы они. Молодцы. Еще пасутся. Основная порода в моем хозяйстве пушкинская. Три семьи. В этом году еще сделаю четвертую семью. Увеличу. Потому что это работяги. Потому что это работяги. Петька хочет на меня напасть, наверное. А, Петька? Вот они камеру как увидят, хотят это, задраться. Ты чё? А? Чижик. Пестропопый. Задирается говнюка. Иди вон девок корми. Вот такие дела. Так, пойду в тот сарай, соберу там яйца. Такой небольшой обзор. Скорее бы уже растаяло. Скорее бы уже растаяло. Вот такие они. Пушкинская порода кур. Там у меня спрашивают, есть без маховых перьев правильные, а с маховыми перьями неправильные. Правильные и те, и правильные и эти. Не путайте. А то думают, что раз с маховыми перьями, они неправильные. Вот такие дела. Все, всем до новых встреч. Пока-пока.